have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки и планета Ланы. Возвращаемся. Сейчас я... Бейта управлять этим чувачком, а... Все, я понял. Я давненько уже не играл. У нас тут стелс. Ага. Чувака, связь с космосом. Сейчас посмотрим траекторию его движения. Я думаю, что... Нет. Рано. Я уже примерно понял, куда и как нам надо. Так, ладно, а где закапываться? А, серьезно? Все, я более-менее сообразил. Нам не сюда. Помоги. Да ну блин. Хорошо, я понял. Он меня тут не видит, я в тени нахожусь, да? Отлично. Вот, так, сейчас, надо выбрать момент, когда он свалит, чтобы я успел закопаться. Тут я в тени нахожусь, тут он меня не видит. Так, что будет, когда он увидит? Давайте... Какой он круг совершает при этом? Он идет сюда. Я могу при этом прыгнуть наверх. Ага, ага, все, я понял. Окей, это работает. А фиг ли ты? Я Б нажал. Почему он полез туда? Ой. Ну, момент, опять же, ребят. Возвращаемся к тому, что и было. Это не трудно, все проходится, но из-за того, как вот... Из-за того, как криво все сделано... Тут, короче, все дело в том, что я путаю кнопки. Из-за того, что я путаю кнопки, зверек делает фигню, потому что я вместо А прыжка нажимаю Б ко мне, и из-за этого...
Все, свали. Закопайся. Это прыжок. Это прыжок. Так, я подожду. Я подожду, на самом деле. Мне вообще не проблема. Учитывая, как тут все сделано, вяленькое вот это вот, видите, как оно все медленно происходит, все, то я лучше подожду. Так, why? Заметил? Подтягивайся. Все, прощай. Наша встреча была ошибкой. Так. Погоди. Ага, спасибо. Ты со мной. Я пока не играл, я немножечко успокоился, сейчас опять начинает потихоньку подгорать из-за того, как тут все сделано. Ладно, поехали дальше. Надо будет прыгнуть вовремя, давай. Или не надо будет. А, нас просто поглотило под землю, хорошо. Тут, кстати, наверное, нужно еще сказать, что дело-то в чем. Я не так часто играю на контроллере, и к тому же от Xbox и от Nintendo контроллеры немножечко разные, с немножечко разным расположением всего, и поэтому я еще иногда могу немножечко путаться. Кстати, в другую сторону у нас ничего не было. Да, это уже не косяк разработчиков, это скорее именно... именно мой косяк, ну, как бы, как есть, признаю, что есть. Я, когда чем-то накосячил, играю, об этом говорю, когда у меня кривые руки, я об этом, ай, тоже говорю. Хотелось бы, чтобы все те вещи, которые меня раздражают в играх, исходили бы исключительно от моих косых рук. Наверное, я тогда бы не стал игроком, черт его, не знаю. Ну, то есть, знаете, есть люди, которые не умеют петь, но очень любят. Вот и они мучают всех окружающих. Если бы я не умел играть, но при этом играл бы... Ой, это геймпад вибрирует. То я бы тоже, наверное, мучил бы всех окружающих. А так, ну, наверное, я могу сказать, что я немножечко умею играть в игры. У меня черт знает как опыт. Я утону нафиг, да? Нет, не утону. Мы умеем плавать, нырять. Нырять мы не умеем, только плавать. Ну и, в принципе, хорошо. Минус одна механика. Плавает она медленно. Я же говорю, то, чего очень сильно не хватает этой игре. Ну вот, гляньте, ну вот очередное. Помоги. Помоги. Помоги, мой. Помоги, мой. Помоги. А, серьезно? Он из-за того, что лапкой попробовал, он не умеет плавать. Мне надо будет его перевести. Хорошо, давайте. Ну, смотрите, какая фигня ползет на заднем фоне. Какая-то кишка. Блин, размером с крокодила. Я бы не задерживался слишком долго в этой воде. Смотрите, оно ползет и ползет, блин. Какой-то глист кишечный, я не знаю, что это за фигня. Олай. То есть, да, мне нужно было сюда привести, но они используют тот же самый темплейт с... смотрите, там веревка, попроси его, чтобы он тебе снял.
вот одинаковые уже третий раз. Ну, на самом деле, это не очень. Знаете что, раз уж мы тут говорим про инди-игры, инди-разработчиков, помните, игрушка про робота у нас была? Про маленького робота в постапокалиптическом мире. Насколько она была продумана? Ну, раз уж это платформер, это инди-игра, вот та игра, она была просто огонь. Знаете, как-то уж пошло, что каждый раз, когда я во что-то играю, у меня получается это с чем-то сравнивать. Очень мало в наше время игр, которые, ну, ни с чем не сравнишь. Вот, например, Таскерс. Кто играл в Таскерс, тот понимает, о чем я, и что эта игра насколько уникальна. А вот такие вот вещи ты уже начинаешь сравнивать с тем, во что ты раньше играл. И, к сожалению, очень часто сравнения не в ту сторону идут. Давай, опа. А я могу? Ага, не могу, понятно. Мне надо выбраться сюда и попросить его вот туда. Помоги. И тогда я смогу запрыгнуть вот здесь и потом туда. А его как песика реально подзывает, такая ту-ту. На самом деле, хоть немножечко какая-то смена обстановки. Это приятно. Ты не атакуешь меня? Нет, ясно. Но какая-то фигня тут все-таки обитает. Хелло, мой. А-а-а, вот оно что. Теперь вкачай в себя все это, да? Тогда он сможет проскакать, да? Это же не на время. Да, у меня бы тут не хватило высоты запрыгнуть. Неплохо, вот это интересная механика. Помоги. Причем, если бы он еще и скидывал бы сам, а то ты его направляешь, а потом даешь ему еще и команду. Так, секунду, ребят. Я думаю, глоток кофе сейчас был очень кстати, поэтому... Можно ты... Давай, со мной. Ага. Ать. 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 Отлично. А я как бы... А мне через низ надо пройти. Я понял, он меня там будет ждать, пока я туда не приду, не оторву ему доски. Это, кстати, очень прикольно, да, что доски можно оторвать с одной стороны, но почему-то ты не можешь выпихать их ногами с другой стороны. Просто гениально нафиг. Ну хорошо, я же говорю, спихнем это на игровые условности некие. Не, нам надо ниже, чтобы больше был свинг. Опа. Оля, и мы. О! Есть! Давай. Хелло. Пуньк. Автоматически он за мной не следует. Нужно его именно каждый раз звать. Места красивые, прикольно. Атмосферка, места, конечно, да, радует это. Прям хорошо. Давай, опа.
Я смогу как-то... А. Странно. Ладно, хорошо. Нужно забраться наверх и прыгнуть туда. С разгона. Окей, это я понял. Сейчас попробуем сделать это с другой стороны. Прикольно, как здесь вода сделана. Говорят, осторожно, он там. Да, спасибо, я знаю. А, кстати, мне кажется, или туда можно заплыть? Давайте попробуем. Интересно, сдохну я или нет от этого. Или это с другой стороны надо было. Видите? Такое ощущение, как будто если оттуда прыгнуть, то сюда можно заплыть. Я это практически там сделал. Ладно, сейчас попробуем. Когда... Или может мы как-то потом уровень воды изменим. Отлично, хватило одного свинга. Давайте я сейчас-то... Нет, она сдохнет, да? Нет, нормально. Вот. Смотрите. Оно сделано как будто... А, нет, нет, это ты просто задохнешься там, все хорошо. Разработчики такие, смотри, какое классное место, тебе понравится. Там точно можно найти что-то тайное. А, нет, ты там просто сдохнешь. Ну просто серьезно, это выглядело как какой-то тайный карманчик. Вот который раз меня уже разработчики вот так вот, ну, типа, обманывают таким вот образом, не знаешь, прям обидно уже становится. То есть ты хочешь искать, ты хочешь исследовать, я уверен, что я пропустил уже что-то. Вот. Но при этом игра тебя вот так вот, типа, мордой об стол каждый раз. А, нет, там нет ничего. Ты пошел сюда? Ой, как здорово, ну тут тоже нет ничего. Собак, ты, блин, вот опять же, какая вторая загадка на сегодня, с которой мы сталкиваемся, которая несложная, которая, в принципе, она прозрачная, тут видно все, что нужно сделать, и оно несложно это все сделать, оно все делается вот так вот, потому что оно кривое. Игра тебе говорит, смотри, вот, одного свинга достаточно, дает тебе еще одну веревку, вот, одного свинга достаточно. Потом такие, а, не, мы ошиблись, одного свинга недостаточно, обойдешься. Опа. Давай, раскачиваемся. Раз там тут надо прям качели устроить. Оп. Оп, вот, а тут тоже... Все это ради этого было. Все это было ради вот этого. То есть, нет, чтобы просто... Вот опять то же самое. Он замирает на месте. На, иди. Так. А в другую сторону оно бы нам что? В другую сторону просто не работает. Нам нужно просто выкачать все. Интересно, я могу его с собой сейчас позвать? А, бревно, серьезно? Тащи. Так, теперь спускаем воду. Ай, просто трындец.
другую сторону. Откуда там рыба появилась? Все, дружище, давай. Переплывем это. Вот нам вот это вот нужно было чисто, чтобы вот эту часть переплыть с ним. Дальше, я думаю, он пропрыгает. Ну что, дальше и я пропрыгиваю. Это залезть ты. Вот это то, чего мне не хватает с самого начала игры. Мне не хватает какого-то темпа игры. Все происходит настолько вяло, настолько медленно. Неуклюже, знаете? По-моему, самое подходящее слово это именно неуклюже. И игра не ощущается игрой, она прям ощущается, знаете, загадки с переходами. Я не могу сказать, что это какая-то игра, я не могу, это прям вот реально, ты переходишь к следующей загадке, переходишь к следующей загадке. Ну, сохранение прошло, отлично. А тут что-то... сейчас посмотрим. Там тоже какой-то глист ползал. Так, это какой-то корабль... Trace from the past. That, ну да, мы уж так и поняли, что это у нас предыдущая цивилизация, которая здесь, опа, была, она когда-то перестала существовать, и нынешние люди живут практически в каменном веке. Это мы сейчас найдем какую-то, может быть, технологию. Знаете, короче, в чем прикол? Геймплей, ну он не то чтобы не развивается, да, нам дают новые механики, но у наших персонажей не появляется каких-то новых способностей, возможностей. Вот, наверное, в чем основная загвоздка. Знаете, как бы было бы круто, если бы они нашли эти руины в самом начале. Вот она идет сейчас, куда она идет спасать сестру, что она собирается сделать? Если бы она в самом начале наткнулась бы там, не знаю, из-за того, что приземлилась какая-то тяжелая машина, там провалился бы пол, она бы упала, наткнулась бы там на какую-то там, вот не знаете, как в том же Horizon Zero Dawn, нет, это не в Horizon Zero Dawn, в общем, где это было? На какой-то древний артефакт, который, типа, высокотехнологичный, какую-то перчатку, какое-то что-то. И с этим она пошла бы спасать. И с помощью перчатки можно бы делать... Ну, или типа перчатки. Можно было бы делать всякие интересные вещи. Но вот как-то... Пока что я не понимаю, к чему все это. Пока что вот сейчас, какая-то серия у нас уже, четвертая, пятая, надо будет посмотреть. Вот сейчас стало интересно. То есть до этого это все было как-то вот, ну вот нет. А вот сейчас наконец-то стало что-то интересное. Вот тема в пещерах была еще неплохая, хотя загадка дурная, к сожалению. Вроде как вниз. Воу! Прыжок. Слышу электричество. Понятно. Вон там чувачку одному похорошело от электричества, смотрите. Скелетик. Помоги. Зверушка умная. Умеет выключать электричество. Сохранишка прошла. Как здесь есть энергия до сих пор? Ну ладно, это... Это, кстати, не...
не вызывает у меня особых каких-то вопросов, кроме того, что это игровой какой-то момент. Я вполне могу понять, если тут какие-то остатки с каких-то реакторов. Так что, окей. Ну, сейчас ощущается прям хорошо. Причем, смотрите, тут качели, вон детские игрушки, квартиры. Это, видимо, тут, ну, какие-то люди раньше жили. Ну, понятно, что какие-то наши предки. А, она явно не здесь. Мы сейчас поедем вниз. Уи! Ага. Помоги. Я даже понял, что мне надо сделать это отвратительно. Я не хочу. Но, видимо, придется. Погоди, а я могу... Там какой-то ящик, который мне надо подтащить. А, я понял, что мне надо. Надо просто опять помоги, помоги. Помоги. Паучка поджарили. Сторону у нас ничего нету. Нету. Короче, все. Я официально забил искать здесь что-то, какие-то секреты. Ой, ты ж ёпперас, это... О, это вселенная какая-то. Вон наша планета. Ага, это переселенцы с Земли полетели на вот эту планету, где мы сейчас находимся. Видимо, развились тот все-то, и потом с ними что-то случилось. Знаете, в чем прикол будет? Если вот эти все роботы, которые сейчас прилетели, если... Ну, я не знаю. Мелкие пытаются нас убить, кстати. Почему они тогда собирали... Вот это нам тоже не объясняется. Ладно, ребятушки, тут у нас сохранение произошло. Давайте тогда на этом и остановимся, на этом закончим сегодняшнюю серию. Поразмышляем о том, что же с роботами не так и что они пытаются сделать уже в следующий раз. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем молодышек. Всем покеда.